обстановка очень живая, очень эмоциональная. Здесь очень много наших коллег, которые сейчас как раз обсуждают, и мы до начала нашего включения обсуждали, прежде всего, что значат эти цифры. Ну вот, несколько выводов. Конечно, мы понимаем, что цифры еще предварительные, они будут меняться, но так или иначе, в 2018 году результат у Владимира Путина был примерно 76%, сейчас вот по всем данным, по всем экзит-полам, это примерно 87-88 звучат сейчас эти цифры, то есть это как минимум плюс 10%. Что это значит? Это, конечно же, невероятная поддержка, невероятное единение общества вокруг Владимира Путина и мощный политический сигнал, в том числе политический сигнал западным странам, потому что какими бы ни были западные санкции, и сейчас в условиях специальной военной операции общество демонстрирует невероятную степень единения вокруг президента России. Колоссальный отрыв, даже не в разы, а в десятки раз по сравнению с другими кандидатами, которые участвовали в этих выборах. Конечно же, обсуждают сегодня все работу штаба, вспоминают ключевые вехи этой кампании. Напомню, что 8 декабря Владимир Путин озвучил в Кремле решение баллотироваться на следующий срок, на пост президента России. 21 декабря здесь этот штаб начал свою работу. Мы здесь тоже часто бывали, обсуждали и встречались с сопредседателями штаба. Обсуждают работу, которая была на самом деле крайне масштабной, потому что подписи собирали по всей стране. Встречи проходили в десятках регионов, в том числе в новых регионах России, которые впервые принимали участие в выборах президента нашей страны. И что важно подчеркнуть, это не просто встреча, это конструктивное, содержательное обсуждение, которое вели сопредседатели штабов, доверенные лица, обсуждали проблемы, которые существуют в стране. Ну и, конечно же, вопрос, как живет страна, чем будет жить страна. Здесь уместно вспомнить недавнее послание президента, где глава государства озвучил и запуск новых 5 национальных проектов. Так что, еще раз подчеркну, мы ждем здесь появление ключевых фигур, всех, кто принимал участие в работе этого штаба.